Когда мы вернулись к нашим бойцам, они уже поменяли колеса на граде. Кроме того, нам досталась специализированная машина для наведения мостов. А дальше по улице обнаружилась совершенно исправная штабная машина управления огнем. Украинские военные бросили даже это, совершенно исправную технику. Причем любопытный момент. На броне этой машины оказались пометки на английском языке. Получается, в боях здесь участвовали западные наемники или вполне возможно даже натовские советники. А чуть дальше по улице обнаружился разбитый «Хаммер». Особенное возмущение наших бойцов вызвал тот факт, что на этой фашистской машине были наклеены эмблемы советских десантников. Чуть позже мы вместе со специальным подразделением выехали на окраину села, где, как утверждали местные жители, находилась самоходная артиллерийская установка «Акация». И по дороге бойцы рассказали нам удивительную историю. Давай. Расскажу, если надо, расскажу. Давай. В 43-м году здесь был тяжело ранен наш дед. Гвардии подполковник ушел в отставку после войны. Начальник разведки дивизии 96-й гвардейской Алавайской дивизии, которое сражение было здесь, Дмитриевка, Степановка, Саурмогила. Он был тяжело ранен, и женщина, житель этого села Степановки, Перепелица Мария Яковлевна, спасла его. А в 63-м году, когда открылся комплекс Саурмогила, она собрала всю дивизию, которая останки дивизии, и есть мемориальный памятник там, но сейчас уже, наверное, нету. Именно 96-й гвардейской дивизии. Поэтому я здесь вырос, на этой Саурмогиле. Я тут все знаю. Так что теперь его внук и его правнук защищают эту родину, как и дед. Как наш дед. Меня зовут Михаил, моя фамилия Москвин, фамилии свои не скрываю. Я русский. Я защищаю свою родину, свой Донбасс, свою семью. САУ мы не нашли, зато обнаружили 130-миллиметровое орудие. Правда, осмотреть его нам не удалось. Минометчики врага нас обнаружили и попытались накрыть. К счастью, не точно. Тихо, стой. Потому что нас пристреляли, блядь. А? Нас пристреляли. Да. Какого нас пристреляли? Ложи, присядь. Но нам все же пришлось вернуться в Степановку. И дальше по улице мы обнаружили настоящий ад. Полностью сгоревшее десантное подразделение украинских военных. Это была настоящая бойня. Танки горели так, что плавился металл. Только на этом месте наша похоронная команда обнаружила около 40 останков. Полковой батюшка прочел над ней молитву, и их захоронили прямо на окраине этого мертвого поля. Ну что, уважаемые матеря, добились вы своей войны. Вот. Раздолбили мы вашу армию. Вот. Пускай еще кто-нибудь позарится на нашу землю. Вот. Будет жестоко наказаны. Потеряли вы своих сыновей, потеряли вы свою армию. Отправляли вы их на бой кровавый. Вы думали, мы не сдадимся. Ответите вы за каждый двор. За каждый волосок. За разбитый дом, блядь. За наш разбитый дом. За все ответят. Вот. Бой был недолгий. Ваши сыновья здесь. Все легли, все буквально. Пожалуйста, если хотите, присылайте еще. Вот. Если вам нравится такая война, направляйте. Ну, мы вам обещаем. Будет тоже, как и у нас здесь. Будете отвечать за каждый дом, за каждый волосок. За детей, за сельхозпродукцию, за все. Мы все равно дойдем до вас. Вот. Всего в Степановке только по предварительным данным было взято 40 единиц трофейной техники, большое количество боеприпасов для установок град, танков и артиллерии. Победа на этом направлении имеет важное стратегическое значение и может переломить ход всех боевых действий. Кроме того, подразделение, с которым я приехал в Степановку, взяла еще один важный трофей – черного щенка, которого тут же окрестили почему-то татарином и присвоили звание полкового питомца. Говорите. Опа, класс. Я с удовольствием хочу сказать, что мне приятно смотреть, как горят украинские танки, украинская техника, украинские фашисты. Мы русские,
живущие на Донбассе. И другие пацаны, вот, славянские, макеевские, донецкие. Откуда я сейчас? Слежной. Вот сын, я вместе с сыном. Это мой старший сын. Авросевка, мы отстоим свою землю. Пожалуйста, проходите, мы накажем вас. Мы скоро будем у вас, на вашей земле. И останется в сердце этот ветер свободы. Головы вверх, гордо поднять, за тебя, Родина, мать, мы до конца будем стоять. За тебя, Родина, мать, мы будем петь, будем гулять. За тебя, Родина, мать, и за страну трижды ура. За тебя, Родина. Я люблю тебя, мама. Со мною прошла ты этот путь. Ты ведь верила, знала. Терпенье и воля все перед рук. Мама, как ты учишь?